Это жопа тигра? Это не жопа тигра. Это богомолье какашки? Нет, даже не богомолье какашки. Это золотой унитаз. Нет, у нас уже есть золотой унитаз. Стой! Ну угадай, что я тебе приготовил? Ну, наверное, я не знаю. Ну, может быть, мухи засохшие. Ты же любишь. Я не люблю мух засохших. А, еще. Что я мог тебе подарить? Дезодорант. Как... Ну да, он тебе бы не помешал, но это не дезодорант. Это не дезодорант. Еще последний шанс, последнюю попытку тебе даю. Что я тебе подарил? Беруши, потому что ты мне в ухо орешь. Что я тебе подарил? Коня! Это не конь! Ладно, ты готова увидеть? Да. Раз, два, три. Японская война! Зачем так много? Посмотри, это целая поляна! Я храню! Сейчас, походу, отсюда вылезать не будешь. Мяу! Ты смотри, сколько. Это мне все подписчики мои помогали. Я скупил прям, я не знаю, сколько я там прицепов скупил, но ее здесь очень много. Свинья? Катю совсем недавно выписали из больницы, поэтому ей нужен постельный режим. Стой! Я для тебя подготовила много всего интересного. Естественно, с моими подписчиками. Костянчик-наркоманчик, утка, хлебобулочные изделия и много всего интересного. Заходи. Зачем ты звонишь в наш дом? Там никого нет. Заходи. В общем, Кать, это твое питание, которое будет на ближайшее время. Как ты видишь, здесь у нас фреш из сельдерея. Здесь у нас только кашка. Тебе нельзя ни соленого, ни перченого. И это что? Это вот эти тараканы, которые мы пробовали из... не спробуем. Там много белка. Если... Вот так вот, да, значит? Ну, спасибо. Я люблю соки кашки. Люблю. А тараканы? Они полезные. Вот я никогда не заставлю ее в жизни съесть этих тараканов. Кать! Ладно, все хорошо. Разворачивайся. Это твое питание. Сейчас зайди в тубзилямбу. Зайди, я там тебе подготовил таблетки. В общем, если что, тебе нужно идти пить. Давай, заходи направо, наша смотри. Ванна? Это наша ванна. Это моя ванна. Это наша ванна. В общем. Что? Что? Предел форте 3 раза в день после обеда, ужина и пропиздон. Пропиздон я тебе буду вставлять каждый раз, когда ты будешь еще раз болеть. Если ты себя опять начнешь плохо чувствовать, пропиздон обеспечен. Я не виноват, что люди так плохо называют таблетки! Ты вообще нормальный, нет? Будешь болеть? Будешь получать вот это справа, а пердел форте это каждый день по 3 раза, чтобы пердел очень хорошо. В общем, выходи. А сейчас тебе нужно пойти в свою комнату, на 2-й этаж. Выходи на улицу. А, ну и... да, ты же нормальный вход не можешь. Да, нормальный, не в ту сторону. Вот, направо тебе нужно пойти, подняться по лестнице, и я там много тебе всего интересного подготовил. Вот. Это что? Могила. Но... Ну, зачем тогда спрашиваешь? Это наши? В смысле наши? Ну, в смысле, это ты сделал, или это чужое? Ну, в смысле, это просто 2 чупакабры в прошлой серии ко мне пришли, там крема мне задвигали, всякие масла, вот это лавандовое, знаешь, из Орифлейма. А они, ну, просто сильно меня заколебали, поэтому мы их... Ты их убил? Не, подписчики, я им помог. Или подписчики мне помогли. Чё ты делаешь? Алло, мам? Я с преступником встречаюсь. Успокойся, каким преступником? Да это из Орифлейм. Да, посмотри, что они мне подарили. Держи. Будешь лавандовую клизму вставлять? Почувствуй. Чувствуй вкус лаванды. Да. Через сраку, что ли? Вот я им то же самое сказал. Мне через сраку им вкус лаванды почувствовать, если это клизма. Вот. А, они никак не хотели успокоиться. Это было в предыдущей серии. Они мне чуть клизму не засунули с лавандой. Если ты не видел предыдущую серию, обязательно ее посмотри. Кать, где сейчас будет подсказочка? Да вон там, но вот, я, вот, пожалуй, заберу. Вот здесь будет подсказочка, нажми обязательно, потому что, ну... Катя в шоке, и ты будешь в шоке, что было в предыдущей серии. Ладно, пофиг. Иди на 2-й этаж, вот, иди на 2-й этаж. Потихонечку, помаленечку, чтобы не шандарахнуться, молодец. Иди в свою комнату. Вот налево, заходи. Вот, это твоя комната на ближайшие несколько недель. Ты вообще страх потерял, что ли? Тебе жить насрать или чё? То есть я волнуюсь за твое здоровье? Где моя фиолетовая комната? Я тебе пропиздон прописываю.
Зачем мне коляска инвалидная? Это на всякий случай, если там что-то... Так... Ну, короче, кто не знает, Катя была в больнице, в реальной жизни. Ее выписали, слава этому всему хорошему. И я сейчас просто тебе беспокоюсь, кто его знает? Кто его знает? Тут у нас и микроскоп, и рентген, и у нас и капельница, и дефибриллятор на всякий случай, и пилюли. Вот, вот в одной передел форты, в другой ты сама знаешь что. Ковер-то здесь зачем? А ковер... Я уберу его. Не, не надо его убирать. Да не надо ковер убирать. Я люблю фиолетовый цвет. Там был Пикачу. Где? Верни мою комнату. Ну, когда ты прям выздоровеешь. Я вот... выздоровела. Катя, успокойся. Когда ты прям уже поправишься окончательно, я тогда верну тебе комнату. Шприцы разбросал по поводу. Хочешь, чтобы я вообще, блин, тут... Не, ну это в задницу укол. Я ну, сейчас ну, тебе в задницу. Ну, успокойся ты. Выйди на улицу, подыши воздухом. Ты же понимаешь, что я тебе только лучшего желаю. Выйди. Чё? Ну, подожди, это, да, это побочные эффекты этих таблеток. Подожди. Галюны? Да. А может там хорьки какие-нибудь, кроты? А, ну да, может там да, хорьки. По-любому. Да, не 100% пойди там... Пойди посмотри. Не, давай ты пойди посмотри. Ну, давай ты пойдешь. Да у меня что-то голова просто делал, заболела. Да, у меня что-то тоже, вот пойду полежу, хорошо так станет. Иди посмотри, что там. Да там, там уже ничего не будет, никто ничего больше ломать не будет. Да это 100% хорьки, никто больше ничего не сломает. Вот. Иди посмотри быстрее, пока они там, блин, все нам не сожрали, эти проклятые грызуны. Чё там не сожрали? Иди глянь. Два гроба! Иди глянь. Закажите еще лучше два на всякий случай. Тебе какой? Из дубовых досок? Ты чё, чучундра, там делаешь? Это вот эти орифлеймовцы, не дрыть, колотить! Это вот эти кошелки старые, которые мне толкали вот эти клизмы в задницу! Почувствуй вкус лаванды! Я сейчас тебе почувствую, ты чё, блин, дура, мне при... Вот именно, я с Катей полностью согласен! Так подожди, где они нас не достанут? Туалет! Свет вырублю на всякий случай. Ну да, зомби же любят, тут темно, только, блин, наоборот включи. Ну чё, смотри, чё-то ничего не помогает, свет то освещает, то я в любом случае... Клизму в одно место вставить, может они выздоровеют? Это эти орифлеймовцы. Давай священника вызовем. Какого священника? Это зомби, а не демоны. Какие священники? Ну давай! Да а какие кто священ... нам сейчас поможет? Ну как... точно не священник. Звони священник. Вот знаешь, нам бы сейчас какой-то дробовик 12-ствольный бы помог, но у меня здесь дробовика нет, кроме сральника. Ой, здорово. Привет. На типа лечитесь друг другу там. Почувствуйте вкус лаванды! Вот ты ей почувствуй, а она тебе почувствует. Хорошо, что они здесь нас достать не могут. Но мы же здесь тоже не можем до конца жизни сейчас оставаться. У меня фиолетовые глазки, мне нравятся. Это единственное, что тебя успокаивает в этой ситуации. Фиолетовые глазки у зомби? Да. Звони священнику, быстро. Может, сразу в ритуальные услуги? Можно, кстати. А может, экзорционистам, экзорцистам, экзомизантропам? Позвони в 069. 060. Или в 069 или 666, мне кажется. Лучше тогда в 666 позвонить. Да, 666. Дьявол. А я позвоню вам тоже кому-нибудь. Кать, это пульт от света. Это не то. Нажмите 1, если хотите выгнать беса из своей второй половинки. Нажмите 2, если в заднем проходе застрял призрак. Нажмите 3, если дьявол стучится к вам в дверь. Нажмите 4, если в вашем доме ходит зомби. О, 4! 4! Ожидайте, сейчас к вам подъедут. Слушай, как оперативно. Откуда они наш адрес знают? Служба. МФЦ. МФЦ, походу, какие-то шпионы, я не знаю. Ладно, ничего страшного. Но это же как бы священники, они все должны знать. Сейчас придут, сейчас вылечат. Тебя не цапанули случайно? Все с тобой да, нормально? Да, вроде нет. Да, вроде нормально. Понимаешь, я просто представил сейчас, что им говорит начальник на работе. Типа, или продайте этот крем орифлеймовский, или даже не возвращайтесь. Или сдохните, но в любом случае так продайте. Так они уже сдохли. Так они уже сдохли, но они до сих пор продолжают продавать мне крем орифлейм. О, священник! О, священник! Это они! Вот забирайте их спасите! Их, вот, скручивайте! Вот, да, спасите! Да ну нахрен, демоны. Ты чё, шмонька волосатая? Ну-ка вернись быстро!
Спасибо! Да вернись ты, да помоги нам зомбарей этих проклятых убить! В смысле, излечить, или я не знаю, что с ними сделать! Священник! Чё это за ритуальные такие услуги? То есть, они... Чё ты там стоишь, седой... Пердак! Ну вы видели? Видели? Да мы видели! Да как бы мы этих дебилов уже здесь наблюдаем минут 10 и не за нами охотятся! Помоги нам спасти! Си! Нас и наш дом! Там же кукусик и мумусик на втором этаже. Если они сейчас туда доберутся. Господи, спаси и сохрани. Спаси нас, а сохрани дом. А излечи вот этих. Ну может не излечить, если у тебя там ружье есть. Катя в шоке. Делай что хочешь, но спаси уже наконец-то нас, священник! У меня есть одна идея. Потопал, посмотри. Что это за идея? Свалить отсюда? Классно. Просто прекрасная идея. Ну что ты смотришь, дурочка? Что нам с вами делать? Ладно, давайте купим один крем. Кивни, если мы купим один крем, и ты свалишь отсюда. Кивни! 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 Может, и на зомбарском сказать? Она кивнула мне. Во-во-во-во-во, вставляй. Вставляй. Дай. Ты это слышишь? Священник, ты имбецил! Катя, беги! Или что это? Ёпшкины каталки. О, они сдохли. Ура! Священник, ты с ума сошел? Нет, как бы ты задачу свою выполнил вроде как, но... Фу, хотя бы золотой унитаз не взорвал. Туалет нам должен новый. Иди сюда! Иди сюда! Ты откуда танк взял? Хотя у вас священников там, наверное, чего только нет. Ну, слушай, я бы тебе, конечно, заплатил бы за твою работу, но ты это служишь благому делу. Да и тем более нам сейчас здесь стену латать нужно, поэтому как бы мы в расчете. Ты нам дом испортил, демонов выгнал... Спасибо, до свидания. До новых встреч. Она башкой крутит. Ладно, я вас наедине здесь оставлю. Священник, ты свое дело до конца не доделал. Не доделал свое дело до конца. Вот вообще прям не до... Ну нахрен. Подожди, они сюда идут. Да вы когда-то тарифлеймовцы проклятые, у меня пропиздон сейчас пропишу. А тебе что? Мне кажется, пропиздон необходим. А если мы прям сейчас на второй этаж, там кукусик, там мумусик, а у них когти опаснее будут, чем пушка у танка. Мы этих прошмандовок туда заманим, на второй этаж. Кукусик и мумусик им немножко вот это. И, да, и пропиздон даже нужен. Как тебе идея? Чтобы их сожрали? Да. Кукусика с мумусиком. Нет, кукусик мумусик их сожрал. Пошли. Ты готова? А ну-ка, шелки разошлись быстро! На второй этаж! Подожди, а как там сейчас забраться-то на второй этаж? Ёлкушкины... Подожди, сейчас как-то заберем. Опа! Мы выиграли немножко времени, Кукусик. Мумусик. Заманить их. Давай, сюда. Давай. Зачем я им песок раскидываю, я не знаю. Давай. Я здесь, мозги. Я не знаю, я просто зомби-апокалипсис когда-то снимал. Кукусик! Мумусик! Фас! Так! Ну, вы здесь, вы там сами разбирайтесь! Да не да... Смотри, одну мумусик убил, вторую кукусик убил. Вот... Вы ж мои сладкие. Посмотри, каких мы детей вырастили. Ну, в смысле, кошек детей. Ну,
котов. Вы ж мои хорошие, прям защита лучше некуда. Если на тебя когда-то грабитель будет нападать, Кукусик и Мумусик просто запросто их... У тебя там все нормально? Подожди, у меня, знаешь, когда в жизни столько вопросов, а в первую очередь некому их задавать, и нет никаких ответов. Кто это, что это за дуримон это вообще? Ладно. Мне кажется, уже пора заканчивать. Мне тоже кажется, что пора заканчивать. Мне просто интересно посмотреть, что из этого получится. Ну что-то вроде там получается, но как-то знаешь. Ладно. Подожди, я все же сломаю, мне нужно туда добежать. Пока мы заканчиваем, опа, Кусик-Мумусик там. Пока мы заканчиваем, пока мы смотрим, что здесь происходит в этом доме, или уже не происходит, я не знаю. Ты знаешь, что нужно делать, если хочешь, чтобы вышла новая серия. Катюха как бы с больнички-то вернулась! Худобра... это священник. Нам уже не нужны услуги! Вертолет! Это священник или это какой-то генерал морской пехоты, армии? Откуда у него столько всякой техники? Набираем сколько тысяч лайков? 27656. 27656 лайков набираем, и сразу же выходит новая серия. Спасибо Кукусику, спасибо Мумусику, спасибо тебе, спасибо вертолету. Как его сейчас отсюда достать? Я вот тоже не знаю, как он сюда вообще попал. Ой, все, ладно. Всем удачи и всем пока!